Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в новую серию нашей летней авантюры, где мы продолжаем искать приключения, искать боссов, порталы и всякие различные вещи, чтобы доконать этот мод на RPG, да и в принципе не только на RPG, потому что тут много модов. О, наш перчик у нас уже, нас тут ждет, и я уже запалился. Ладно, ребята, так уже и быть, я запалился. Я начал строить дом, вот он. Не судите, потому что вот этот дом, честное слово, ну прям честно, вот этот дом я построил где-то за минут 15-20. То есть я строил его на быструю руку, то есть много времени он не занял, и я, если честно, даже не планировал какой-то большой дизайн или все такое. Но я только начал его строить, хотя бы, чтобы уже было какое-то, знаете, впечатление, что, нифига себе, вот, уже наконец-то у нас есть дом. Хоть я не представляю, знаете, что я не представляю, почему у меня пропадает карта каждый раз. Каждый раз, когда я, знаете, что-то случайно нажму, не знаю, какую букву, какую цифру или еще что-то, у меня пропадает карта. И как ее включить, не имею понятия. Она включается только тогда, когда ты перезаходишь в игру. Поэтому, ребята, я не знаю, честно, как включить карту, а перезаходить в игру я не имею желания. Ну, какой-то домик получился, как знаете, один большой сплошной коридор. Ну смотри, тут у нас будет, допустим, вход, да, тут вход. Тут, я не знаю, ну, что-то в стиле прихожая, допустим, да, тут будет у нас прихожая. Тут коридорчик, который разделяет прихожую и спальню. И тут у нас спальня. Вот тут будет кровать, мы тут будем спать. Окна. Тут у нас будет балкончик, мы будем, вот, я потом сделаю вот эти подпорки, да, которые будут держать в воздухе наш балкончик. Ух ты нафиг, Шреки? Опа, а давайте спустимся. То есть, сейчас мы вернемся домой, я просто еще не убивал вот этих. Кто это вообще такие? Ну, в принципе, вот такой у нас домик, ребята, получается. Сейчас я еще пойду туда и быстренько все покажу, что и как. Я просто не знаю, кто это, если честно. Вы, ребята, ну сколько тут у нас уже больше, чем Скол? Ну, я, в принципе, опа, где он? Все, убили. Он не сильный, как можно заметить, но мне интересно было, что это вообще за существо. Быстрое такое, прям Шрек какой-то или что. Честное слово, не имею понятия. Еще бы было круто, если бы карта работала. Вот тут работает, да, вот. А, даже тут не работает, видите, то есть. Даже тут карта не работает. Как бы ее включить можно, но она не работает. Офигеть. Не знаю, честно, ребята. Помогает все только то, что нужно перезайти. И вот тогда карта заново работает. Ну, ладно, смотрите. А, это не склад, то есть вот эти сундучки, которые вы тут видите, это не склад. Это просто, знаете, склад в середине спальни, ну не очень. Знаете, это проснулся, война, на быструю руку одеваемся. То есть берем отсюда луки, берем отсюда стрелы, берем отсюда мечи, броньку, пум, еду даже можно. Оделись, побежали на войну. Тут посмотрели обстановку с помощью бинокля. Опа, и это новые, ребята, как-то, знаете, какое-то открытие, мы еще вот этих даже боссов, мобов не убивали. Разведали обстановку, ага, все чисто, капитан, и побежали. Тут поспали. Вот тут, я думаю, склад сделать, да, вот я тут сделал вот эту стену, но может тут не стена будет, а какой-то вот проход туда, и вот тут на вот этих таких полочках, можно сказать, будет какой-то один большой склад. Мне кажется, это будет прикольно. А вот тут у нас тоже будет вот такие коридорчики или одна большая комната. Что будет в этой большой комнате? Чаровальня на 30 уровень, потому что уже, если честно, нужно ее сделать. Так, давайте изучим. 95 урона. Уже почти, ребята. Уже почти 100 урона у нас будет. 100%. Тут у нас будет большая комната, наверное, с чаровальней где-то вот тут. И может еще что-то. Может мы будем даже варить зелье, честно. Я пока что не знаю, как варить зелье. Я уже вам говорил. Ну, не мое это, можно так сказать. Хотя как не мое? Я даже никогда не пробовал, поэтому я не могу сказать, мое и не мое. Склад тогда у нас будет вот тут, как я сказал. Я не знаю, я надеюсь, вы это не слышали, но за окном там иногда у нас шумахеры нахрен бывают. Прям на вот этих мотоциклах перданутых, знаете, без глушителя. Долбайся тут что-то, реально, стекла вылетают, это не очень круто. Точно. Вот тут у нас еще кухня будет. Тут у нас будет чаровальня, тут разделение между чаровальней, и тут у нас будет большая кухня и что-то еще, да? Посмотрим.
Посмотрим, что у нас там будет. Так, давайте уже кровать хотя бы... Ой, не туда я поставил ее, конечно. Вот так. Хотя бы тут у нас будет кровать. Что мы будем делать в этой серии? Все-таки перезайти, может, нужно, потому что без карт, ребята, мы хрен справимся. Ух, ну ладно, давайте я еще перезайду быстренько. Так. Ну вот, вроде карта у нас появилась. Вот это офигеть, вот эта карта. Оу-оу-оу-оу. Так, дайте-ка мне подумать, дайте-ка мне минуточку подумать, что нам нужно как можно быстрее сделать. Давайте мы сначала поспим. Видите, там уже монстрики спавятся у нас под горой, но зато хотя бы с этой стороны они уже в наш дом заходить не будут, потому что мы хотя бы где-то можем уже выспаться наконец-то. Пойдемте, знаете куда? Давайте-ка мы пойдем на минуточку в пустыню. Зачем? Потому что мне сказали, мол, Эдисон... Опа, это что еще за хрень? Так, сейчас, дайте-ка их запинаю. Вот так, что это за хренотень? Ребята, вы видите это? Я не знаю, что это. Ладно, значит, нужно еще раз перезаходить, потому что вот эти баги не перестают удивлять. Ну, перезашел. Так, сейчас. Хард. Вот. А знаете, зачем? Вашу мать! Ну, я перезашел и... Нас троллят, ребята. Я перезашел и пропала карта. Офиг. Ладно. Ну, не знаю, работает вот это уже или нет, но меня уже запарило, если честно, перезаходить. Я не знаю, что это за хрень с этой, с этой картой. Опа, что у нас там выпало? Офиг его знает. А нужно вот эту фиготень, ребята, качать. Нужно ее качать как можно сильнее, как можно больше, потому что вы видите то, что половину монстров, которые, в принципе, существуют, мы не можем бить. Они нас могут бить, мы их не можем бить, потому что у нас не прокачаны... Ух ты нахрен, это что еще такое было? Это залагало или это прям флеш какой-то, ты пахнулся на нас или пум, так быстро поприжал? У нас пятый уровень вот этих двух мечей, видите? Мне интересно, если я вот этого убью... Да, прокачалась, ага. То есть нужно вот этих убивать, потому что, ребята, у нас очень маленькие вот эти уровни. У нас только пятый уровень, а существует куча монстров, у каких... У которых... Очень большие уровни, нужны очень большие уровни для того, чтобы их убить. А без этого мы их никак не сможем убивать. И мы будем только одних, знаете, бегать, и ничего мы с ними даже не сможем сделать. Вот с этих не дается, да, с этих вроде не дается, потому что у них нету вот таких двух мечей на башке, да. С этих вроде не дается, поэтому я не знаю. Нужно других убивать, вот тех, с которыми мечи на голове, да. И точно, пока я не забыл, мне сказали, мол, Эдисон, иди... в пустыню, и там, где ты пытался достать вот эти фигни, как они там, кокосы, чтобы пойти телепортнуться в мир Торпикрафта, они тебе не выпадали, потому что их нужно долбить обычным ванильным мечом, а лучше всего вообще деревянным, да? Поэтому, так уж и быть, давайте пойдем и посмотрим, действительно ли это так. И по дороге мы даже поубиваем свинюшек. Лишняя еда — это всегда круто, лишние ресурсы, плюс тому какой-то даже опыт, потому что с них может чуть, вот, ну как чуть-чуть, нормально с них опыта выпадает. А опыт нам сейчас нужен, потому что нам вроде еще чуть-чуть осталось того, чтобы прокачать... вот эту фигню, чтобы у нас было на 100 урона, на 100% урона больше, да? Вот этих я не хочу даже трогать, потому что они нас убьют, а мы их не можем бить. Сколько тут нужно? 191, а у нас почти. Вот этих как раз мы сейчас убьем. Вот этих. Я надеюсь, мы их можем бить. Да, вроде... Ну вот этого я не... Да, можно. Вот этот дурак сам в лаву упал. Ну, ладно. Все, мы можем изучить, можем. 25! Ух, ребята, максимум силы у нас прокачано. А он не умирает, да, как я понял? Главное, чтобы он нас не убил, вот так. Максимум силы, ребята. Максимум 100% силы. Мы сейчас будем пиндюлей всем раздавать, если честно. Давайте попробуем. Ну, мы его убьем с двух ударов. Да, ну, два удара. Опа, где он? Нифига себе, это что было?
Давайте попробуем. Давайте попробуем вашу технологию. Действительно ли вот это так? Так, это нет, это сюда, давайте вот это сюда, вот так. Действительно ли вот это работает? Если да, будет очень круто. Да, 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 да! Спасибо тому, кто это сказал, потому что я не имел ни малейшего представления, действительно ли вот это работает. А вот это работает. Где оно? 10, вот. Так, вот оно. Тропикрафт, ага. У нас вот это мы можем сделать. Вот это у нас уже есть. Где взять Pineapple Plant? Ребятушечки, пожалуйста, где взять Pineapple Plant? Мне кажется, вот с этих мы выбивали, да? Давайте еще пробежимся, еще немного понадобываем вот этих ресурсов. Может, мы еще что-то новенькое найдем. Но это круто, да. На одну вещичку у нас стало меньше то, что нам нужно для того, чтобы тэпэкнуться в мир Тропикрафта. Сангулен. Мы вроде их убивали. Только они нас вроде пинали так нормально. Так, вот. Да, нормально. С них, конечно, ничего толком не дропнулось. По сути, с них вообще нифига не дропнулось. Но зато мы их убили. И вот этих мы тоже сейчас убьем. Вот так. Ну, лишний опыт. Лишний опыт. Что мы сейчас будем качать? Что, ребята, мы будем качать? Наверное, мы будем качать защиту. По максимуму. Там вроде 100% не будет защиты, но что-то будет, что-то да будет. Ну вот это у нас уже есть, как бы спасибо вам большое, что вы такие благородные и, в принципе, щедрые, что вы даете нам все больше и больше вот этой фигни, которая разбивается мечом. Но, к сожалению, нам она больше не нужна. Нам нужно... Опа, вот тут может что-то быть. Нам нужно ананас. Ребята, где брать ананас? Одно... О, может, вот тут? Вряд ли, конечно. Да, это мы уже добыли, но все же, ладно, давайте пособираем. Это мы уже добыли. Да. Нам нужен ананасик. Это так как-то не крафтится? Офигеть. А может, как-то крафтится? Pineapple plant? Вряд ли. Вряд ли это крафтится. Нужно все-таки, наверное, добыть. Хоть я не знаю, честно, ребята, вот с этим вы мне подсказали. Вот спасибо вам, ребята, потому что я, честно, не знал. Я вроде добывал вот это, но с них как бы кокосы обычные падали. Я думал, ну, кокосы, ладно, то есть кокосы, может, и кокосы, но с кокосов мы ни хрена не сделаем, потому что они, в принципе, бесполезны. А когда вы мне сказали, что попробую с вот этим обычным мечом, то я действительно сейчас, ребята, пробую. И действительно, спасибо вам за то, кто мне подсказал. Потому что видите то, что действительно выпадает. Но я бы еще хотел добыть и другую вещичку. То есть нам нужно еще и ананасик. А где взять ананасик? Если бы я знал, я бы не спрашивал. Так, ну честно, ребята, я не в курсе. Пожалуйста, с одним вы мне помогли, помогите с другим. Скажите, пожалуйста, напишите, пожалуйста, в комментариях, где взять Pineapple Plant. То есть с кого оно выпадает, или, по сути, где-то можно найти. Мы пока сейчас, наверное, поохотимся еще немного на мобов, потому что нужно прокачать свои уровни вот этого. А, наверное, в предыдущей серии мы пойдем, ребята, мы пойдем, наверное, уже в ад. Я хотел в этой серии пойти, но, к сожалению, вы видите то, что не получилось. Где ты нафиг, зараза, бегаешь? Не получилось пойти в ад. Потому что я хотел с самого начала пойти, но, как вы видите, у нас сейчас появились немного другие планы. Поэтому, к сожалению, мы в этой серии не пошли. Но думаю, что мы пойдем в следующий и, в принципе, посмотрим, что у нас вообще творится в аду. Может, там будет даже что-то интересное? Я не знаю, потому что я там не был. Ну, это мы уже все добывали, нету смысла. Давайте я ночью шейдеры буду выключать, потому что вы сами, ребята, можете видеть то, что ночью, ну, ни черта не видно, если честно. А, вот видите, вот этих мы не можем еще убивать. Этих мы не можем убивать, потому что у нас еще маленький уровень. Нужно прокачать. Нужно прокачать наш уровень, чтобы мы смогли их убивать. Ох. А что нам нужно, чтобы прокачать уровень? Находить монстров. И, по сути, убивать их, да? Вот там, может, есть какие-то монстры, которых, возможно, мы сможем убить. Я не уверен. И было бы круто, если бы мы нашли еще зимний биом. Я бы очень хотел пойти в зимний биом. Ух, вряд ли мы их сможем убить. Не, вот видите, ребята. Ух ты!
мы им даже урон не можем нанести, это очень хреновенько, поэтому мы просто-напросто будем сейчас убегать. Я не знаю, какие там вообще уровни нужны, но мне кажется, большие, то есть, раз у нас уже практически пятый уровень, не пятый, а шестой, да, и мы им ничего не наносим, даже вот этому, да. 55 жизней, мы ему ничего не наносим. Это не очень. Мне просто хотелось бы узнать, знаете, какие монстры есть в зимнем биоме. То есть, большие ли они уровни или нет. Потому что видите, что в саванне много вроде всяких монстров есть. Но мы никого не можем бить. Мы никого не можем бить, мы никого не можем убивать. Мы ни с кого не можем подбирать вещички. Поэтому и хотелось бы увидеть, что за монстры есть... в зимнем биоме. Может, там что-то есть прикольненькое? Опа. И плюс к тому, знаете, мы вроде нашли джунгли. Я не помню, когда мы нашли, но мы нашли. И может в джунглях будет что-то прикольное. То есть, и знаете, мы там так быстренько пробежали, мы даже ничего не успели там увидеть. А может, там есть какие-то классные монстры, которые не сильные, и которых можно пум-пум-пум очень быстро. Мы, опа, ну вот этих мы не можем убить. Мы уже пробовали, да? Они нас... Да. Зачем я это сделал, не представляю. Ладно, waypoints. Ладно, сейчас. Вот вы заразы, а. Вот эти... Офигеть, как они... Вот нет, вот с этим чуваком лучше вообще никогда не связываться. Может, на каком-то там большом уровне, когда у нас будет куча вещичек. Но я всегда, знаете, давайте попробуем. Ага, попробуем. Вот мы и попробовали. И профукали весь наш опыт, хоть мы... Опа, брут. У брута мы еще не убивали. Это первый брут вроде, да. Вот его я видел вроде перед нашим домом, да, на начале серии. Это вроде я его видел, и вроде я говорил, что мы его еще не убивали. А, нет, грибочки, идите нафиг. Не нужны нам грибочки, мы не хотим связываться с гриб... А я думаю, кто меня бьет нафиг? Ух ты, а вот этих мы еще тоже никогда не убивали, что это вообще за фигня? Ну, нормально, нормально, ладно. Вот тут я, честно, тоже не знаю. Тут вроде тоже много монстров, которых мы еще и не видели. То есть в этом лесу, где мы сейчас находимся, да? Мы сейчас, в принципе, на равнине находимся, но около леса. Вот тут. И, по сути, возле таких лесов всегда много зимних биомов спавнится, да? По сути, нам остался только зимний биом. Все. Мы вроде... Ну... Ой, твою мать. Нет, нам еще глиняный биом остался. Глиняный, но... Опа, это кто там? Блэк Урса. Нифига себе, мы еще такого даже и не убивали никогда. Во. Остался вроде зимний биом, глиняный биом, ну, обычная... Ух ты, нихрена себе, сколько вас. Вот эта фигня. Ну, как она? Грибной биом, ну, грибной биом это как бы ваниль, и я не знаю, будет ли там что-то крутое. Ну, и ад остался, где мы еще не были. А по сути, в других остальных мирах, не мирах, а биомах мы уже побывали, поузнавали что-то микак. Самые, наверное, такие жестокие монстры, это, наверное, в саванне, как я понял. Потому что в других регионах, в других биомах мы можем поубивать много еще монстров, то есть... Из 10 монстров мы 5 можем бить, можно и так сказать. А в саванне мы вообще никого не можем бить. Так что мне интересно, что в зимнем биоме есть. И что в джунглях. В джунгли мы, конечно, нашли, но я не смотрел, что там. Я не смотрел, что там. Может, там есть какие-то монстры, потому что мы там вроде пробегали днем. Сами знаете, что днем, ну, монстры хоть и спавнятся, но не так часто, как ночью. Поэтому можно даже будет попробовать еще раз туда пойти. Мы просто сейчас путешествуем, так как видите, то, что нам нужны какие-то новые биомы. Или данжи. То есть не забывайте, что мы данжи ищем заодно. Тут же может быть много данжей где-то взять и рандомно заспавниться. Ага, то есть они высасывают из нас жизнь. Они сосуны, ребята. Ну, в смысле, высасывают нашу жизнь. Плюс к тому, с них еще и еда падает, какие-то зелененькие арбузики.
Зелененькие-зелененькие арбузики. Какие-то отравленные арбузы они нам свои суют. Так, я смотрю, что у нас тут. Опа, свинюшка. Вот смотрите, у нас уже 13 уровень. Опа, сейчас. Там какой-то домик. Ребята, вы видите, что там какой-то домик? Это данж. Это данж. Ну, не данж. Данжунчик. Вот такой маленький. Потому что это не данж, это, ну... Мини-мини-мини-примини какой-то данж. Чтобы зайти, убить двух монстров, взять два булыжника, которые там в сундуке валяются, и уйти. Как видите, тут ванильные монстры, которые... Ну как, есть и ванильные, но это не ванильные, в смысле не ванильные, но они находились рядом. То есть это не данжевские монстры. Вот это данжевские, да, то есть пауки. Опа, рестарт сервера. Ну, уже будет закругляться. Куча грибочков, которые не нужно трогать. Грибочки не нужно трогать. Я вам не советую их вообще трогать. Они очень злые. Так. Ну, сейчас. Опа. Ну, поперли. Запалили меня. Ну, ладно. Ну, запалили так запалили. Вот. Все, мы очистили данж, ребята. Мы прям супермены какие-то. Да. Очистили данж. Кто-то уже давным-давно это сделал за нас, если честно. Ну, ничего страшного. Может, мы еще найдем какие-то другие данжи. Было бы круто. Грибочки, паскуды. Я не хочу с ними связываться, ребята. Да. Даже не просите. Я не хочу с грибочками связываться. Они очень уж мощные. Но если мы сможем когда-то вас победить, я с вас не слезу. Я вас буду трепать до последнего грибочка на этом сервере. Заразы. Урса. Ну вот смотрите, есть урсы, есть блэк урсы. Вот в этом лесу мы уже можем практически всех убивать. Но уровень, к сожалению, так и не продолжается качаться. То есть он качается с каких-то определенных монстров, и это, если честно, очень фигово, потому что нужно искать именно вот тех монстров, а иногда, когда тебе нужно, ты их вообще не находишь, а когда не нужно, то их куча. Ну, в принципе, ой, ну, как всегда, да? Ну, будем надеяться, что мы что-то крутое найдем. Давайте тпхнемся вот куда-то сюда. 75. Сейв, да? И телепорт. Ух ты, нет. Во, нормально. Я уже думал, ща умрем. Нужно вот эти все... Ремов. Вот так. Ну, в принципе, не на такую уж большую территорию мы тпхнулись, но хотя бы тут большие, знаете, горы, и мы скоротили себе нормальный такой путь, что не через горы. Вот. Этих мы убиваем, но нету смысла. То есть все, что с них падает, это может чуть-чуть опыта. Вот. А что мы за ОП будем изучать? Конечно же, защиту. 14% защиты, это круто. Не скажу, что прям супер-пупер. Опачки, это... Что это за хрень? Ну, выглядит как данж. Я не могу утверждать, что это данж. Потому что я не в курсе. Я никогда не видел, что это такое. Может, его уже облутали, как и предыдущий данж. Потому что видите, что игроки тут не спят, а все-таки занимаются делом и ходят... Опа. Ну, смотрите. То есть, если там есть спавнеры. Хотя в предыдущем данже тоже спавнеры были. Как-то странно этот данж заспавнился, если честно. Мне кажется, он должен был в воздухе заспавниться. Или на земле. Но, как вы видите, он так заспавнился, непонятно. А тут еще и криперы. Ну, данжик такой. Все, мы его залутали. Все, конец данжу. Ну, это, знаете, это прям уже данжи для каких-то очень ленивых. Даже не то, что ленивых, а несообразительных. Потому что вот кто делал вот эти данжи, они, наверное, поленились их сделать нормальными. То есть, может, есть какие-то нормальные, а есть и вот такие. А, мы Опа, ну вот этих... Ух ты, нафиг. Этих нужно поубивать, они еще и сосут. Ну, в смысле, высасывают твою энергию, не подумайте там ничего. Поэтому, ребята, поэтому нужно искать какие-то другие данжи. Хоть у нас уже 6-й уровень, А вот этих метчиков двоих, да? Два метчика.
Будем надеяться, что хотя бы добавилось парочку новых монстров, которых мы сможем убить. Вряд ли, но... Там, знаете, мне говорили, что есть какие-то монстры, которых мы сможем убить только там на 135 уровне. 135 уровне, чтобы мы докачались до 135 уровня такими темпами. Это с ума нужно сойти нафиг. Я вообще не знаю, куда я еще бегу, нам нужно бежать как можно дальше. Летать тут, к сожалению, нельзя, то есть, ну... Если бы можно, то мы бы уже давным-давно все нашли, мне так кажется. И один данж, и другой данж, и мы бы туда и забирались очень быстро. И плюс тому мы бы уже нашли все биомы, да, если бы у нас, например, был мод на те же ранцы и всякую прочень, ну, всякую другую билиберду, можно и так сказать. Но у нас их нету, поэтому нужно своими двумя ногами перебираться и искать. Искать и путешествовать. Ну, это лучше, потому что это более хардкорно, не так все просто, да, то есть не зашел, нашел, ушел, да. А намного все тяжелее, можно и так сказать. Ну, честно, ребята, я пока что не знаю. Я пока что не знаю. Нам нужно найти данж, но... Не данж, а хотя бы... Хотя бы, ребята, нам нужно найти это... Ну, вот этих мы вряд ли сможем убить. Ну да, видите, даже мы уровень прокачали, они не убиваются. То есть, они там на каком-то большом уровне убиваются. Ух ты, химера за нами, все топает. Так, ладно, давайте в какую-то сторону, где мы еще не были, хотя не представляю, где это. Вот тут у нас деревня, которая уже была облутана, но я не знаю, что тут может нам быть, у нас быть, для нас быть. Поэтому, наверное, просто-напросто мы через деревню потопаем в другую сторону. Не смотрите на этот данж, мы уже его залутали, вот видите наш столбик, куда мы бежим. Мы бежим туда, можно побежать вот туда. Вот там мы еще не были. У нас, в принципе, сейчас уже рестарт будет. Поэтому, ребята, мы, наверное, уже будем заканчивать скоро на этом. Осталось приблизительно парочку минут. Да, в принципе, я не знаю. Больше нам, наверное, делать нечего, если честно. То есть, в следующей серии мы потопаем. До чего тут сейчас парочку монстров убьем, чтобы прокачать уровень себе. В следующей серии мы потопаем в ад. Я надеюсь, там будут какие-то данжи. Там же есть данжи в аду, как думаете? И, в принципе, может даже что-то будет прикольное. Типа, может, каких-то новых монстров, новые ресурсы и, может, еще что-то. Мне кажется, было бы очень круто. Поэтому, ребята, уже давайте на этом будем заканчивать. 3 минуты до конца сервера уже не хочется тянуть. Я не знаю, насколько серия удачно получилась или длинная. Но, по сути, нам больше нечего делать сейчас. Давайте... Да, еды у нас, смотрите, офигеть сколько. Ну, хотя бы уже появился у нас какой-никакой маленький домик, где мы уже можем будем спать, хранить ресурсы. И, ребята, что я вас спрашивал? Напишите, пожалуйста, где достать вот это. Это у нас есть, это у нас есть. Нам осталось Pineapple Plant. Где его достать? Буду очень рад, кто мне скажет, потому что я не знаю. И... Скажите, пожалуйста, что интересного в аду, то есть ли смысл туда вообще идти или нет? Может там действительно очень как-то хардкорно будет, или наоборот, мы там сможем быстро добыть ресурсы, которые нам необходимы, посмотрим. Посмотрим. На этом, ребята, мы будем заканчивать. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, набираем 500 лайков, в ту же секунду выходит новая серия. Я вам обещаю, ребята, как всегда, 500 лайков, сразу новая серия. Оставляйте свои комментарии, то есть не стесняемся оставлять комментарии. Честно, я читаю каждый ваш комментарий и также попытаюсь ответить на каждый из них. Поэтому, ребята, пишите, что только хотите, любые комментарии, я постараюсь их прочитать. Ну и просто, ребята, вступайте в нашу банду крутых перцев, вы же знаете, БКП, ребята, наша большая дружная семья, подписывайтесь, и вы автоматически станете членом нашей банды. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.